300-летию российской полиции. В марте 1920 года в структуре НКВД появился прообраз будущей службы БХСС – промышленная милиция. Она занималась борьбой с хищением на промышленных предприятиях, с незаконным использованием национализированных средств производства и сырья. После того, как органы Всероссийской чрезвычайной комиссии были преобразованы в Главное политическое управление в составе НКВД, в нем было создано экономическое управление, призванное бороться с крупными хищениями и взяточничеством. Проект подготовлен АТВ-Медиа совместно с полицией Ставрополья.